История основания школы началась в 1958 году, когда на территории 15-го ЦНИ имени Карбышева по инициативе музыкантов-энтузиастов Дашковой, Ладирды, Оболяевой и Бородиной были открыты музыкальные классы фортепиано, баян, аккордеон. Руководил классами директор Красногорской музыкальной школы Евгений Николаевич Горюнов. Занятия проводились по программе музыкальной школы. Дети с огромной радостью приходили учиться играть на музыкальных инструментах. В 1961 году управлением культуры РСФСР была открыта вечерняя музыкальная школа «Пятилетка», первым директором которой стала активистка-родительница Галина Дмитриевна Кожуха. В школе выделили небольшое здание на улице Панфилова, бывшую солдатскую гауптвахту из 5 классов. Первый выпуск школы был в 1962 году и состоял всего из 4 человек. Школа расширялась, открылся класс скрипки, гитары, виолончели, домры, балалайки. За первые 10 лет существования школы сменилось 3 директора. Наконец, на должность директора школы коллектив избрал Инну Викторовну Дашкову. Она проявила прекрасные качества, грамотность руководства, порядочность, ответственность, организованность. Ей удалось сплотить коллектив и внести неоценимый вклад в развитие школы. С 1971 года срок обучения увеличился до 7 лет, и в связи с этим гарнизон выделяет строение барачного типа рядом с гауптвахтой, куда возвращаются бывшие ученики, теперь уже в качестве преподавателей. Через 7 лет Инна Викторовна Дашкова передала свою должность Юрию Ефимовичу Величко, а в 1982 году директором стал Игорь Викторович Анисимов. При нем открылось художественное отделение, и с 2009 года занятия проводились уже в современном здании, появились новые музыкальные инструменты, учащиеся стали победителями и призерами многих московских областных конкурсов. С 2015 года директором школы является Дутиков Михаил Владимирович. Он видит перспективы и задачи развития школы, учитывая требования времени, формирование подрастающего поколения эстетического вкуса и представления не только о классическом, но и о современном музыкальном искусстве. На сегодняшний день в школе открыто 6 отделений – художественное, вокально-теоретическое, фортепианное, отдел народных инструментов, оркестровый отдел, эстрадное отделение. Реализовывается более 34 общеразвивающих и предпрофессиональных программ. Школа в 2019 году стала одним из первых учреждений дополнительного образования Московской области, которое по результатам рейтингования по качеству образовательных услуг вошла в топ-14 учреждений и стала участником нацпроекта «Культура». По результатам крайнего рейтингования Министерство культуры Московской области школа занимает шестое место Московской области. Сегодня в школе обучаются 14 именных стипендиатов губернатора Московской области. Школа активно развивается во многих направлениях. Преподаватели ежегодно повышают свою профессиональную квалификацию. На данный момент в школе работает 34 преподавателя с высшей квалификационной категорией.